Друзья, всем привет-привет! Очень рада, что вы заглянули на мой канал «Вяжем и готовим с Катериной». И сегодня хочу вам показать, как вязать вот такой вот красивый узор. Такие вот красивые ажурные дорожки. Этим узором можно вязать как основное полотно, так оно и этот узор идет и за место резиночки. Я вязала этим узором и из толстой пряжи, и из тонкой пряжи, и из махера в две нити складывала. Очень прекрасно смотрится. Этот узорчик я нашла на вот такой вот открыточке. Раньше такие открыточки пересылались по почте 80-е годы. Вот так вот он выглядит, этот узорчик на изделии вязаном. Тогда эта открыточка стоила 5 копеек. К этому узорчику схемы нет. Она идет вот такое вот описание. Я таким узором вязала и на заказ, и себе вязала летние кофточки. Топики вязала. Очень хорошо смотрится. Итак, приступаем. Для образца я наберу 3 раза по 8 петелек и 2 петли кромочные. Так, еще не сказала, что этим узором можно вязать как в круговую, так и поворотными рядами. Когда в круговую будем набирать, значит, петельки кромочные не добираем. А когда поворотными рядами, добираем кромочные, и я еще добираю 2 петли дополнительные, чтобы сразу наш узор не заканчивался узором и кромочной. Я еще добрала 2 петельки. Итого на 3 раппорта я набираю 24 петли, плюс 2 кромочные и плюс 2 дополнительные петельки. Итого получается 28 петелек. Набираю самым обычным способом, каким вы умеете. Итак, начинаем вязать наш узор. Первый ряд нашего узора. Кромочную снимаем. 2 петли изнаночные. Одну петлю снимаем нить за работой. 2 изнаночные. 3 лицевые. Вот это наш раппорт, первый ряд нашего раппорта. Продолжаем. 2 изнаночные. Одну петлю снимаем нить за работой. 2 изнаночные. 3 лицевые. Повторяем. 2 изнаночные. Одну петлю снимаем нить за работой. 2 изнаночные. 3 лицевые. Кромочная. Это первый ряд нашего узора. Второй ряд вяжем по рисунку. Снятая петля, которая у нас была, мы ее провязываем изнаночной. Это когда такой узор вяжем при поворотном вязании. Когда при круговом вязании вяжем, то та петля, которая у нас идет снятая, мы ее провязываем просто одной лицевой. Второй ряд нашего узора. Кромочная, лицевая, лицевая. 3 у нас изнаночные получается. 2 лицевых. Вот эта петелька, которую мы снимали в первом ряду ее. Мы ее просто провязываем изнаночной петелькой. И так до конца ряда. Третий ряд нашего узора. Кромочная, 2 изнаночные, одну петлю снимаем нить за работой, 2 изнаночные, накид, 3 лицевые вместе одной лицевой провязываем за заднюю стеночку, накид, продолжаем, 2 изнаночные, одну петельку снимаем нить за работой, 2 изнаночные, накид, 3 лицевые вместе
Одной лицевой провязываем за заднюю стеночку. Накид. Продолжаем. Четвертый узор нашего ряда. Поворачиваем наше изделие и вяжем четвертый ряд нашего узора. Кромочные, 2 лицевые. Накид мы провязываем изнаночной. Та петелька, которая снималась, мы ее провязываем изнаночной. И остальные все по рисунку. Вот это наш узор. Первый раппорт нашего узора мы провязали. Дальше мы повторяем с первого ряда. То есть идет у нас кромочная, 2 изнаночные. Петельку мы снимаем нить за работой. 2 изнаночные, 3 лицевые. Итак, продолжаем до конца нашего ряда. И получается вот такой красивый, замечательный ажурный узорчик. Еще раз покажу описание. Вяжите, и у вас обязательно получится. Желаю всем ровных, красивых петелек. Всего доброго. До свидания. Пока-пока. До новых встреч. Они обязательно будут.